Ладненько. Encoded, хорошо, дропов нету. Парам-пам, пам-барам-бам. Так, сейчас запишу-ка в чатик. Сейчас надо опять будет помаяться немного со звуком, видимо, нам. Пока я настрою Да нормально. еле-еле успел. Чего? На что? На стрим пришел, ё-моё. А, да нет, Пока я ходил. мы еще не совсем начинаем. Сейчас Егор придет же. Так, давай-ка я пока потестирую, послушаю, как там слышится. Да, сейчас. Я просто улягусь, займу Так. позицию. Угу. А то у меня тут все в Так. проводах просто, как в лейн. Ах, блин. Провода, где провода? Да твою ж мать. Тебя чуть погромче. Сейчас я пытаюсь поближе все пододвинуть и сделать. И свою... Вот нас хорошо слышно. А меня плохо, да? Вот я даже и не знаю, почему так все плохо слышно, А тебя конечно. на тебя тебе тебя в целом нормально слышно, вот чуть-чуть совсем малость погромче. А вот я не знаю, где еще погромче. Тут вроде и так все выглядело на максимум, если честно, и не знаю. Могу только А, говорить или совсем. А, хотя сейчас я просто положу себе микрофон. тогда нормально, слышь, нет. Нет, короче, смотри, все в целом нормально, просто если можно было чуть погромче, было бы идеально. Ну, я сейчас попытаюсь себе на грудь Видишь, положить нормально. микрофон. Это Я нормально вижу, еще в что все. тишине. Это в тишине нормально. А вот сейчас я включу звук игры. Вот тоже будет Включил, что другое. death metal, чтобы сразу был. Чего? Нет, я думаю, игру включу. Так, значит, включаем игру. Переходим. Не, реально, все нормально, все нормально, реально, все нормально. Это самое. Я пока вас. Ну, короче, я пока микрофон включу, пока я хаваю тогда, хорошо? А чё это Чё не больше? теряете, если. Я тут, но я буду, чтобы не чавкать тут. Ну, ты понял. Так, что-то случилось. Вот, давай. Упс, пардон. Ну, не тупим. Загружаем. Хорошо. Синий Так. экран. Это. Сейчас. Так, ну, кстати, что ее показывает? Синий экран сейчас? Не. Сейчас все ок. А, так, а что-то у меня выключился. Блин. Ой. Кто? Блин. Так, извините, я просто подключил два монитора, я пытаюсь одновременно и чат смотреть. Просто и одновременно и то, и другое. Но, кажется, не судьба, мне одно и то, и другое. И играть, и чат смотреть. Ладно. Бог с этим. Ладно, скажешь, когда. Да все, я забил. На чат, фиг с ним. Скажешь, как звук потестить. Ну вот, пошла. Вован шедевр. Все норм, все норм. Да, музыка там все нормально. Так, мышка, геть. Я думаю, можно музыку из игры немножко погромче сделать, мне кажется. Хорошо. Вот так. Но сложность, я думаю, нормальная, да? Не особо тут Как хочешь. хардкор устраивать. Нет, если я хочу, я бы выбрал легкую. Концовка не зависит от сложности, так что. Ну, по крайней мере, на нормале и харде одинаковая концовка. За леди не уверен. Но скорее всего тоже Ну, одинаковая. возьмем на нормале. Я проходил часто, думаю, не зафейлюсь. Маугли начинает путешествие через джунгли, чтобы найти людей. Деревня. Нет бедных или белых. Кстати, а вот в чате пишут, типа это не олдскул русская версия. Вот не факт. Может быть, вообще была русская версия этой игры. Вот Переведенная именно. какими-нибудь задротами в те времена еще. Так что не надо тратить. Да, блин. Сейчас я вспомню, как тут бегать. Ага, все. Так, ну значит, Маугли в этой игре задевается коллекционированием кристаллов.
пытается цель для того, чтобы потом их продать и заполучить кучу денег. Просто только он приедет в Америку. Ага. Ну давай еще раз. Собственно, он начал грабить джунгли. Караваны. И поэтому все остальные звери на него ополчились и мочат его. Точнее, как бы не сказал, что они его мочат, скорее он их мочит. Но они, так сказать, защищаются. В том числе он мочит всех своих лучших друзей, таких как... Как там эту змею зовут? Ка. Багира, там еще есть эта пантера. Еще там кто-то, Балу. Балу, обезьяны три. Это, блин, как этот... Как это обезьяна, которая... Обезьяны, эти, по-моему, как их... Ну, блин, как звать, я забыл. Сейчас. Я тоже забыл. Ну, я помню, как его в «Чудесах на виражах» зовут. Балу. Похоже, обезьяну. Луи. А, Луи там был, да-да-да. Он здесь так же зовется? Не. По-моему, да. А, наверное, так же. А, большой король обезьян, который? Да. Этого я не знаю. Это я не помню, потому что как зовут короля, я не помню. Макака, я не помню, сейчас я тебе... Луи, да-да, тоже точно Луи пишет в чате. Забавно. А этих макак, их как звать-то? Вот этого непонятно. Я сейчас... Ну да, на шестом уровне как будет с ними битва. Я, честно говоря, даже не помню мультик вообще, да, практически. Эй, ну в общем... Диснеевский. Джангл Бук. Гугл, Википедия, ну-ка быстренько. Ладно, ты меня уговорил. Блин, по нему столько было мультиков. Так там и мультсериал был, но я просто в детстве смотрел, уже ничего не помню. Так, что-то я эпично фейлюсь. Чувствую. Да, Джангл Бук онлайн. Чё-то ты хреново начал. А ты вообще проходил перед стримом? А, ну... Ну, перед стримом непосредственно нет. Ну, я тут часто прохожу, в принципе, каждый год ее. А, ну, да, нормально. 30... Или сколько? 50 жизней должно хватить. Я в целом, когда тоже, к примеру, так делаю, меня периодически пару уровней тут бесят. Либо когда я кристалл сраный, не могу найти какой-нибудь один. Ну это самая главная проблема, но думаю, я помню, где кристалл, так-то эпично зафейли с кристаллами, я думаю, вряд ли удастся, так-то... Либо когда я там на этом уровне с падающими платформами, где они начинают сливаться. А, восьмой который, ну там, кстати, надо просто осторожно. Да-да-да-да, я знаю, но сам, я же говорю тупо. Сливаешься один раз, все, дроп, сливаешь два раза, уже... Уже ненависть, сливаешься три раза, все, уже паника. Короче, русская Википедия сосет, тут вообще ничего не написано практически про эту игру. Написали только что, также уже тут встречи с Багирой, Балу и Ка. Все, то есть не играет. А про сам мультик там должно быть. Ну, сейчас про сам мультик посмотрю. Я чисто про или про наш, кстати, на нашем тоже же были все эти макаки. Там какое-то характерное про них слово. Я даже помню, как... Не ладно, не совсем. Как-то... Бандерлоги, во, бандерлоги вроде. Вот, персонажи, так. Акела это вожак стаи. Ну это да. Волк? Да. Да. И мы заканчиваем первый уровень. Бандар-лог. Большая обезьянная стая, похитившая Маугли. Да-да, вот, бандерлоги. Как раз. Так, коржун, ты не то. Спирете? Что так за перевод? Да. Ревер. Да, что-то какой-то очень странный, нечитаемый. Но... А, это Вован какой-то же, да, переводил? Да. Ну, все понятно, там от Вована, да, они такие не очень переводы. Надо шедевровские брать, шедевры. Так, а у меня есть шедевр. А, да? Покупай. Да. Надо не брать переводы, вот что я думаю. Не, ну ладно, я, конечно, мог бы на английском прочитать, наверное, но... Да не. Да мне все равно. Хотя бы написали пройдено, и все. Ну ревер, ревер это вообще ад. Он, наверное, долго думал. Спирайте, блин. Он, наверное, не мог перевести, что это такое. Так и написал просто, он на транслите просто. Что это? Так, по-русски. Короче, даже это Википедия, да, русская сосет даже и в мультсериале. Здесь вообще про обезьян ничего написано. Только написано Бандерлог и все. Понятно. Наверное, да. Так, ага, вот встреча с Ка теперь будет.
Ревер 2, господи, действительно. Ревер, блин. Ревер. Это типа левел, типа, да? Левел, ну хотя бы, я не знаю, он что, японец, это у них там звука L нету. И поэтому там все транслитом пишется через L. Или через, точнее, R. Он, наверное, L не выговаривает. Обычно R не выговаривает, Саша, а тут L. Так, тут надо теперь вспомнить, где все находится. А то тут могу застрять надолго. Хотя это по большей части. Меня слышно? Я говорю, моя чавканье не слышно. А, не-не-не. Отлично. Мне неохота микрофон выключать, сразу тихо в чате становится. Ом-ном-ном-ном. Ну да, кто-то же должен генерировать. В скайпе. Новости. На чердак пришел. Не туда. Кстати, какого года игра? 91-й, сейчас посмотрим. Ладно, сейчас мы будем угорать над переводами, я так понимаю. Ну. А, 94-го. Нифига себе. 94-го? Ого. Она вообще одна из последних. Она как и Кирби, видимо, на самом заре. Ну, кстати, в принципе, да, игра хорошая, графика хорошая, и все зашибись. Никакой дефектов физики и все прочее. Так, а куда мне идти, а? Я же забыл. И спрыгать. Да-да-да. Уже спрыгнул тут. Вот. Сюда. Поэтому... Да, в принципе, адекватно. Че, где это все? Тьфу! Сюда уровни, не... Уровни такие... Не надо уровни было. Уровни такие большие. Да. Мозгами тут придется проскинуть. Чтобы найти да все. Точно. Это очень много времени уходило, я помню. Особенно здесь, третий... как всегда, вот... Ну... Я особенно помню, что третий уровень, там вообще с этими слонами будет. Там нужно 15 собрать, там и сверху, и снизу нужно одновременно. Просматривать территорию. Ну, туда, сосона, это там хотя бы очень нужно двигаться сложно. Всего лишь слева направо, на самом деле, как бы. Это тебе кажется всего лишь, там еще говорю, очень сложно сверху вниз все просматривать, потому что внизу еще дырки. То есть просто так взять и упасть вниз нельзя. Ну да. Согласен. Поэтому. Ну я помню, что вот когда в детстве все время играли во втором уровне, мы все время прибегали наверх к этому К, и все время где-то один, где-то кристалл этот или алмаз, я не знаю, что это такое, изумруд. Блин. Все время где-то забывали, блин. Так шутка бесила вообще. А знаете, скорее Маугли даже не продать собирается потом все это, он же там. Слушайте. Концовку-то помните, вот... да? А, да. Какой-то бабе он там запиливается. Ага. Да. Может, ну, типа, девушкам нравятся всякие блестящие штуки. Как всегда. Слушайте, можно вас попросить, вы напоминайте мне за жизнью, а то я могу не заметить, что они. Внезапно к нулю стремятся. Окей. У нас задержка, не знаю. Я тут иди надо... только лопату возьми сначала. Нас спрашивают, а чего мы не взяли Лен Кинг версию? Ну, все-таки хоть и называется стрим, конечно, Дэнди, да, субботний, но, блин, уж до такого извращаться мы не будем, я думаю. Ты про что, я не понял. Ну, тут спросили в чате, почему мы не взяли версию, Лен Кинг версию, там, где у Маугли, короче, башка львиная. Блин. А ты, кстати, здесь не южишь бессмертие, что ли, на К? А, я всегда да, его мочил всю жизнь бессмертия. А я всегда мочил у меня... Стремятся к нулю. У тебя жизнь стремятся к нулю, и звезда бессмертия. Я же умер. Маску используй. Используй силу, я знаю, маску да. Маску потрать. Вот маски включай. Да их жалко. Use the force. Не знаю, я всегда нормально проходил с этими. Ну почти нормально. Ладно, включу, когда совсем будет жопа. Окей. Okay. Я прослежу на это. Ладно, успей. Блин. Вот прям как сейчас. Давай, давай, Иван. Наноси урон и уворачивайся. Маску юзай. Да, у тебя что-то мало стало хп. Я слежу. Ты сейчас сдохнешь, ты сейчас сдохнешь. Маска. Верни, сдохнешь. Там можно, да там можно просто встать снизу и... А, нет, нельзя так, просто не будешь попадать. Ой. Ну давай, змея долбаная, дохни. Спирети, господи, кто... Ну ладно, на был действительно английский, ну кто знал. Спирети!
Спирайте, блин. Что-то у меня задержка, да? Спирайте! Он, наверное, не на русский переводил, там, не знаю, на какой-нибудь шведский язык, там. Спирайте. Ну, а чувствую, стрим будет, конечно, угарным. И это самое главное же. Да, это хорошо. Потому что чё скучно видео проходить, все и так уже все знают. Да. А так хоть поржём. Трэш-угар, ну ладно, без садомии. Пока что еще без садомии. Ты ещё пока вроде хорошо играешь. Тут человек спит любимый, а он угорает ещё. Упс, где-то я что-то забыл. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Я что-то забыл, ну ладно. На рассвете Хатхи. Его слоны проводят Маугли сквозь джунгли. О-о-о-о. О, слоны. Обновлю-ка я страницу. Это жопа. Сейчас будет это надолго. Хотя не думаю, что она очень долго. Это в детстве не мог пройти нормально. Но будет некоторое время. Главное тут не просрать какой-нибудь кристалл посередине пути. Ого! Это очень проблематично. Ну не знаю, я последний раз когда играл, я так внимательно, осторожно шел, оп. Не торопясь. Ну вот это надо, да. Потому что тут то нужно по деревьям перескакивать, то по низу. Хотя, надо в принципе по низу проходить. Да, потому что деревья-то видно. Деревья-то видно, они же как-то... А вот то, что кристаллы, не всегда. Блин, че меня так прямо, не знаю, разрывает, блин. Левер 3, нет белых. Там же написано get ready. Ну да, нет белых, ну просто. Я не могу. Где смысл? 4. Ошибка 404. Not found. Ошибка стоп 00. Да. Опа! О, ой! Третий уровень, белый еще не пахнет. Так нет белых-то. Меня пароль сейчас просто. Ой-ой-ой. Оу. Сейчас, по-моему, какой-то. Я даже не раньше. Чё за фигня, думаю, чё за нет белых? Сейчас подавлюсь реально. Смотри, не описывайся. Тихо, я прожу это. Блин, да тупая макака! Переводчик просто офигенен. Он такой... Да её так не убить же. А, не убил. Прыжками. Ой, все, простите. Мы больше так не будем. Нормально. Ну, если, конечно, не жалуются. У тебя кто-то жизнь кончается. Вижу. Это поаккуратней. А-а-а! Б. Дебильно, не люблю этот момент, когда прыгать нужно. С ветки на ветку. Я опять. Тихо. Вован, может я не знаю, чем прикроем тебя? Вован реально расист, да. Ай-яй-яй! Вот три ночи угорай. Это новый мем у нас будет, по-любому. Ривер 3 нет дел. Это самая проблема, что эти дебилы слоны тащатся, видимо, с самого начала уровня. И пока они до тебя дойдут, пройдет 200 лет. Ну да, естественно. Эта игра реально, наверное, делают расистами. Нет белых. Ладно, мы все черных, ладно. Не, ну Африка, все логично, в принципе, чё. Так, кажется, что-то я не собрал.
Ну хотя хрен знает, может джунгли эти тропики-то не только же в Африке бывают, и в Северной, ой, в Южной Америке тоже. Так, лопата. Да, кстати, а Маугли в мультике собирал кристаллы? Да нет, конечно, какие. А хотя не помню, возможно, какие там упоминаются как-то, может, тупо немного. Ну, вроде как нет. Во, Денис пишет, что это Индия с Джо. Да, кстати, это Индия, да, вполне логично. А что ты хотел? Ты хотел, чтобы он собирал бананы, не знаю? Манго? Ну да, Индия. О-о-о! Нет, все, я молодец. Я ничего не забыл. А это важно, потому что третий уровень для меня такой несколько знаковый. Шпирете. Шпирете. Ладно, все. В Индии Маугли, а не манго. Шпилите. Шпилите, да. И копает укоп. Что-то мы опять все замолчали. Я бегу, собираю. Я прям как... Да. Я занимаюсь Майнкрафтом. Бегаю по пещерам. Ага, Маугли спускается вниз по реке и встречает медведя. Ах, вот откуда, значит, ночь идею-то содрал в Майнкрафт. Все понятно. О, господи, как я не люблю этот уровень. А тут же можно тупо на Балу, по-моему, проехать. Это пятый. А, все понял. Соскользнул с черепахи. Подстава такая. Музыка такая, кстати, атмосферная. Такая, немного нагнетающая. Так, я вернулся. У нас тут уже ревер 4, да? Там нет билок, да. Без белок. Сейчас будем бурого медведя мочить. Да, сейчас Балу. За что бить бедного Балу? Ой. Кстати, а где в Nintendo еще есть такой скроллинг экрана, когда типа жмешь вниз? Да. По-моему, есть. Сейчас отличный скроллинг вниз был. Это есть, самое, есть, еще просят еще музычку погромче. Фейспалм. Ай, фак. Убил черепаху, заодно убил себе. Это лягушку. Да. А на нормале я забываю, какая тут жизни снимается больше, чем... Блин. Да, это жаба, бесячий враг. Да прыгни на нее. Там патапам патапам пам патапам патапам пам пам. Да давайте тут оркестр устроим. Блин, надо всем слышать тогда. Не оркестр, а как эти называются-то этих? Не хор, а как там, когда вот это не акустическую да, делают? Да, оркестр. Оркестр? Вот я буду. Ну именно просто... голосами как делают, да? Оркестр же. Не, какой? Сейчас я не помню, как называется. Блин. Битбоксе. Ну нет, битбокс это не то, а именно когда так. О-о-о-о. Ну как-то так. Типа, и там, знаете, разные теноры, типа, и они сидят в большую мелодию. Это хор. Не, не хор. Акапелла. А, акапелла, наверное. Ну да, короче. Вот. Давайте акапеллу тут устроим. Я думаю, если мы это устроим, вы зрителей из ушей выходит. Просто до закрывать. Ну почему? Я, кстати, 2 года пил в хоре, я выступал в капелле. Питерская, мы тебе все испортим, понял? Ну ты-то да. Ну это было 10 лет назад во времена Дэнди. Как раз. Да, давайте сделаем кавер акапелла на Jungle Book. Тогда я, наверное, тоже так делал. В детском саду. Ой-ой-ой. Да мы, наверное, в школе все, когда был урок музыки там. Да нет, я не на музыке. Это даже ходил специально в ДТЮ. Такие всякие места.
Меня мамка как-то помню раньше в детстве хотела заставить там на пианино играть, не заставила. А кстати, я по этому поводу очень даже сожалею. Меня заставили и в хор, и сольфеджио, и пианино, но я, блин, не закончил ни то, ни третье, ни другое. Теперь, знаешь, если честно, жалею. Я бы с удовольствием сейчас бы умел играть на пианино и, в принципе, даже хочу научиться. Да, вот я купил себе эту гитару и не знаю, зачем я это сделал. Ни разу не играл? Да нет, играл, только пока кровь с моего ушей не пойдет. Ну, это да, это минут 20 максимум продолжается. Ну, это достаточно большая проблема, например. Купить синтезатор какой-нибудь тоже, конечно, могу, но смысл. Нужно время достаточно. Блин, я хотел научиться играть, да. Много усилий. Мне кажется, лучше, если не собираешься профессионально этим всем заниматься, то лучше просто на акустике научиться играть и все. Слушай, меня на моей акустике так бесит то, что она издает. Мне даже это звуками сложно назвать, если честно. Я потому что, блин, вот у друга беру, блин, электрогитару, но на ней я что-то реально могу сыграть даже. То, что мне на своей вообще никак не сделать. Потому что тут, блин, звуки какие-то непонятные. Ну да, от гитары тоже все зависит, кстати. Хотя я в них вообще не шарю. Еще когда пальцы пару раз собьются, все, мозг сразу убирает с ушами вместе. И отказывается дальше что-либо делать. Пальцы кривые, правильно пишут. Да блин, надо время настраивать их, а я только на джойстик. Это да. Меня тут спросят озвучить вопрос, но он такой глупый, что мне даже не хочется на самом деле его озвучивать. Какой? Так. Если в смертельной битве столкнутся медведь и акула, кто победит? Балу. Победит дружба какая-нибудь, я не знаю. Природа. Ой, блядь. Да что ты будешь делать? Победит океан какой-нибудь, не знаю, медведь захлебнется. Или акула там на сушу вылезет и сдохнет. То есть, что вообще? Логики никакой не прослеживается. Победит Маугли, короче. Человек. Ай. Сколько времени уходит на прохождение Mortal Kombat 9? Со всеми заставками, то очень долго. Я играл 2 дня. Ну, вообще, если вырезать это самое, все битвы и оставить только одни катсцены, то там они около 2 часов идут. Там вообще реально... Я смотрел историю. Там вообще реально, там эти катсцены, они как реально анимационный мультик такой, сериал, ну, на движке игры. Очень круто сделано. Мне очень понравилось. Да, про что? Реально, как фильм смотришь? Да. Про Mortal Kombat 9. Никто не смотрел? Я с русскими субтитрами смотрел. Вот. А есть еще озвучка от Рашина Нидзука. Тоже очень крутая. Я бы его прошел, если бы у нас на работе не сломалась PS3. И... Да я тебе... И, в общем, решение было принято ее не чинить. В время, когда она была, никто не работал. А Метроида никто не смотрел? Кого? Нового? Да. Нет, к сожалению. Вообще советую всем посмотреть, на самом деле, просто хотя бы на YouTube Story Mode Mortal Kombat 9. Если кто-то вообще хотя бы кому-то хоть как-то понравился фильм. Или хотя бы вообще вселенная Mortal Kombat симпатична, потому что там очень круто, на самом деле, все сделано. Ладно, все. Да, вообще. Хватит о Mortal Kombat. Перейдем к нашим нет белых. Где там, может, и на балу уже? Да. Его все мочили, да, этими с дудки. Пам пам па 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 пум пум па 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 пам пам па 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 пум пум. А дальше я не помню, как действовать. Ведмежик кривоногий. Ну и ладно. Нормально. Вот жаль, мы пианино продали. Эх, вот жаль. Ну кто знал, что оно 10 лет спустя пригодится. С последнего использования. Если бы мы свое пианино оставили, которое у меня было, нас бы, наверное, соседи, блядь, не знаю, там, сожгли на костре. Потому что когда я на нем брямкал, там просто по батареям херачили так. Ну, не знаю, когда я учился играть, такого нам не устраивали соседям.
Не, может, у тебя стены потолще. А ты, кстати, ты в Питере живешь же, да? Да. А где ты живешь? В каком районе? В районе Ладожской. Что там? Ты знаешь, где какие соседи? Не, а какой у тебя дом? Ну, примерно. Большой, кирпичный, 16 этажей. Да. А когда ты брянкал на пианинке, какой был? Такой же? Такой же. Я все в том же доме ну, живу. Блин. Ну, я, ну, короче, если ты брянкал у меня в доме, то у меня сосед есть дядя Витя, который постоянно приходит, когда кто-то шумит, и объясняет так внятно, что если ты не прекратишь сейчас шуметь, он тебе все кости переломает. Ну, такие, наверное, везде есть соседи. Да стены у нас тонкие, у нас, понимаешь, что я на втором этаже живу. И у меня... Я понимаю, вот, например, вот квартира у моих родственников тоже то же самое песня. Там такие, тонкие стены, что там спёрнуть боишься. Ну, примерно так, да. Ох ты ж, не то что. Ну, это туда. Чем-нибудь увеселительным заняться. На самом деле, у меня соседи вымораживают мозг не тем, что они там, если ты шумишь, они начинают приходить там, но они постучат там, ладно, хрен с ним вырубишь. Да, твою ж мать. То есть они там не ломятся, не хотят тебя убивать. Они заябывают тем, что эти ебланы, блядь, с Веры в 9 часов вечера. Вот это больше всего бесит, на самом деле. Не знаю, когда у меня соседи додумались 2 часа ночи, какой-нибудь мудила додумался прийти и начать мыться со странным краном, в котором там прокладки не поменял, еще что-то не поменял. На следующее утро я вешал гневное объявление, что я ему дам пизды, если он их не поменяет сегодня же. И он их менял. Не, ну серьезно, что за фигня? Пришел дальше. Всем сори за такой... Все правильно, все правильно. Я просто проживал. За тупую игру. Да ладно, забей, все нормально. Да, блин. Я же 9 жизней целых. Да, мы отошли от темы, извините. А мы тут уже что? Можем пообсуждать права животных. Вот Маугли плавает на мертвом медведе или спящем, непонятно. О, он убил медведя, используя в качестве плота. Кто-то утверждал, что вот когда медведь плывет, там видно, что он спит, у него аж там что-то там какие-то пузырики идут или еще что-то. Пузырики, смотря где. Кто-нибудь это видел вообще? Нет, никогда не видел. Я вот тоже, я есть в сеговской версии, короче, у него такие буковки Z, по-моему, рядом с головой. Да-да-да, но вот здесь же этого нету. Здесь нет. Вот мне кто-то говорил, что есть, я даже специально переходил, увидел, что нет, значит, все, медведь дохлый, все. Маугли завалил медведя плавать. Бананами завалил. Он настолько алочная сволочь, что он своего друга завалил ради сраных кристаллов. Так, ну это понятно, что они плавали. Ну это было там у них песенка, типа они, и все такое. А сейчас будет. Тут он просто плывет, было ноль признаков жизни. А сейчас сделаем небольшой экспромт. Ну что, семки есть? Бананы найдутся? Есть что по бананам. Да, блин. Прилутай, Маугли, гайд. А чем еще Маугли в джунглях кидаться, кроме как бананов? Бананами. О, сейчас начнется очередная фигня, типа поиск этих кристаллов дурацких. У Джон, наверное, это самая любимая игра, кстати. Если вы поняли, о чем я. Не, игра хорошая, моя тоже, в принципе. Ну я имею в виду банана. А. Ладно, ты не в теме. Она у меня даже была на отдельном картридже, таком красивеньком, причем даже не стиплерском. У нас никогда. У меня вообще ни одного не стиплерского картриджа. Оригинального, ну, понятно. А именно, такой пиратский, красивенький, зелененький даже такой. Сам картридж зелененький. Да. Ну да, такого цвета салатового. Прикольно, честно. Мне показалось, как будто Маугли это захоз змеи типа рукой. А, вроде да. Не знаю. В общем, с нормальной картинкой, совсем таким, никаких ошибок. Да. У меня тоже с нормальной картинкой, но желтой, правда. Кстати, а были у кого-нибудь какие-нибудь картриджи с экстремальными цветами, там, типа каких-нибудь розовых, там, или серо-бурых? У меня был синий, у меня было Хинатори, сволочь, на синем, такой синим картриджем.
Эх, свой сломался, мы уже выпустили, наверное. Вот, кстати, прошел его на приставке. Кто? Хинатори. Хинатори, да? А что проходить? Там она 10 минут буквально. Ох ты, чуть не убили. 10, ну 10? Да, минут там 10, ну 15 максимум. Ну могу. Нет, ну. Это точно Хинатори была? Хинатори, там прожар птицу, где да, Гао. Чувак бегает, собирает куски мозаики. Да. Блин, там дурацкий, по-дурацкому спрятаны были пара кусков. Ну, это да, единственное, что. Сука. Ну, надо просто поискать и все обыскать, все миры. Я задолбался. Знаешь, сколько я долгое время допирал, что там можно разбивать блоки, сидя на них, прыгая на них. Не знаю, мы быстро доперли. Мы больше допирали, где восьмой мир. Дурацкий. Вообще игра, в принципе, интересная, но, не, конечно, не самим геймплеем, а... Да, сама игра-то нормальная, своей, скажем так, несколько историй. Я даже как-то хочу уже на... Блин, я уже заикаться начал. Ты давай, не отвлекайся, иди. Да. Пардон. Маугли простыл. Так, нас 47 человек смотрит, прикиньте. Нормально. Чё смотришь? 48. Как много. Так вот, в общем, на новогодних каникулах хочу написать статью. Как раз про Хинатори. Я вообще не знаю, Я видел какое-то видео, где какие-то японцы на каком-то фестивале её проходят. Давно. Я что-то удивился. Ну ладно. Вообще очень жаль, что, как и во многих играх NES-овских, в Хинатори нет нормального показа сюжета. Потому что сюжет там более чем занимательный. Ну да, чувак по временам путешествует. Ой-ой-ой, куда это убежал? Не туда, блин. Кто-то что-то хотел мне послать? Пламенный привет. А то что-то мне тут скайп. О, раз Миша к нам пришел, ничего себе. Блин, я уж думал, у тебя там с работой пипец просто. Завал. Ты к нам не придешь уже. Так, значит не сюда надо. Ну так и есть. Эх, эти кристаллы сраные, вот нафига он их ищет, непонятно. Ну видишь, зато квестовый элемент, чё, мне нравится. Квестовый? Ну типа, найти кристаллы. А по мне, в принципе, нормально, а в чём смысл был тогда игры, если не что-то искать, просто проходить, типа, скроллеры, не знаю, там, как он, платформеры? Там не столько много. Сколько платформеров есть, миллиард? Который просто ходишь в уровень, убиваешь босса. А тут видишь, вот надо кристаллы найти. Я имею в виду хотя бы, чтобы не столько их много было, а то на каждом уровне, считай, по 10 минут бегаешь за этими кристаллами. Ой-ой-ой-ой. А, нет, все правильно. О, кто-то выбрался. В смысле? А из нас? А, у Романа что-то произошло. Сейчас направо, да. Ну что? Ревер 5 шпирети. Шпирети, блин. В берете. Да, вот я когда, короче, начал когда-то играть в эмульнесовский, накачал пару игр с переводом, увидел там примерно вот такое. Подумал, да ну нахер эти переводы. Гоша никогда не качал, да? Ну я вот единственное, что с английским переводом играю, когда там японская чистая игра. Нет, есть довольно-таки качественные переводы, просто... Например, те же самые... всяких валанов и так далее. Ниндзя Кэт. Ниндзя Кэты. Ну Ниндзя Кэты это тоже через там 10 тысяч попыток перевести Ниндзя Котов, наконец сделали перевод. Нормально. Потому что вы же знаете, там есть перевод, где там одна заставка переведена, 3 уровня, там что-то еще такое. Джо, когда будет Game Over, будет написано «Пришли белые» или что-нибудь типа того. Проботили черных. Да. Ну тут, правда, не черных, смуглых, тут же индусы.
Ангола захвачена. Так, а вот теперь мы тут вообще надолго зависим, потому что тут хрень такая, полная хрень. Не, ну честно слово. Опа. Да. Потому что тут искать все эти, блин, я удавлюсь. Па-па-па-ра-па-па-па-ра-па-па-па-па-па-па-па-па. Кстати, красивый уровень. Мужик во Вьетнаме. Хижины такие. Все отлично прорисовано. Не какие-то ковры, как на СНЕС. 94-й год. Ну да, кстати, 94-й год все-таки. Virgin, все-таки. Ой-ой-ой, вот, зря. Virgin. Virgin. Да. Они же делают короля льва. Да, я забыл, что тут нельзя прыгать. Да ладно, как ты умер? Ты же вроде прыгнул. А, не допрыгнул. Упал в пропасть. Мы не любим ковры на SNES. А так на SNES много хороших игр. Ничего против консоли это не имеет. То сейчас начнется. Все там. Фанбой, Сеги или там. А что за ковры? А, блин. Супер Castlevania 4. Да, там. Лучше тебе посмотреть просто самому. Castlevania 4, но я играл. И чего? Ну там графон забавный. Палитра, точнее. Ну да, на SNES такая палитра, такая палитра. Ой, ё. Просто ковры стало прям мимо. На SNES именно в Super Castlevania 4. А. На SNES это вообще нормальная палитра. Ну да-да-да. А там какие-то такие коричневые блевотные цвета, ну ладно, это... Оставим в прошлом том стриме. Егор. А. Когда будет Зельда, мать её? А, блин, я про нее все забываю. Да вот нету времени, видите, турнир начался теперь. Очень. Я не знаю даже, в принципе, а завтра я не могу, опять же. Я завтра тупо поздно вечером приеду. А когда, кстати, тупо поздно вечером? Ну, где-то часов 7-8. Ну, потому что в 8 часов, как мы вроде как наметили, как раз... А, точно, кстати, в 8 часов же завтра будете играть с Матюниным. Господи, я и не знаю. Это будет интересно. Это будет скучно, так то можете даже не приходить. А потом вы играли, будет интересно так. Кулхарт уже сыграл вчера, причем. Это будет. Все видео будут сделаны на следующей неделе. Это будет просто игра в одно лицо. Это просто был день Билли вчера. Да, день Билли. Три человека, блин, играли за мужика Билли и выиграли, причем. Завтра будет день Пимпла. Может быть. Ну, я если буду за Пимпла играть. Я тоже был за Пипла, но я... А, ну тогда да, кто-то из Пипла выиграет все-таки. Но это буду не я. Ну я не знаю, за кого он будет играть. Давай, я за тебя буду болеть. Господи. Кстати, я вчера тестил Пипла. Блин, я столько раз там тупо дох. Вообще, просто на каждой яме, на которой я пытался стрекачить. На каждых врагах, на которых я пытался стрекачить, вследствие этого они меня запинывали. На каждой какой-то еще херне я дох. На огнях дважды дох, еще где-то дох. В итоге закончил игру там с кучей жизни. Я вообще так подумал, а как же там чуваки дохли вообще? Полностью. Ну реально. Ну, у меня на самом деле та же фигня. На самом деле, если транжирить жизни на каждом уровне, то да, все потеряешь. А если просто некоторые моменты проходить спокойно, то есть не теряя, то есть сложные моменты, естественно, то не хватает потом на королеву. Причем. Я вчера даже королеву всего два раза сдох на королеве. Я на ней вообще дохну один раз, и то, блин, под самый конец, когда начинает как бешено, блин, то есть долетать. Ну там, короче, там да, там можно аккуратно совсем играть. Стинг вообще, по-моему, когда мы с ним проху писали, без смертей прошел королеву. Миша, короче, посмотри вот вниз, промотай там немножко, там будет жеребьевка турниров по БДДД, можешь посмотреть. А то я ссылку не хочу кидать в чат. Так, вот у Ивана тут самое интересное начинается, в поисках последних. Поиски последних долбанутых, мать их, кристаллов. Ой! Тогда-да, на Твиче промотай вниз, там будет видео. Можно посмотреть. Все. БТДД не сейчас. Да-да-да. А, господи. А мне получилось сделать кик-джамп с таким трюком. Глеб не рассказал, как что делать. Я там в одном месте классно хочу
стрелку с ноги уебать, где... Ну вот, чуваки, которые писали проху с трюками, точнее, которые там был... Одна из их сотни проху с трюками выложена. Они там ее вдвоем с ноги упинывали, типа, один бьет рукой, а второй с ноги да уже допинывает. А я там один, короче, с ноги ее хочу упинать с помощью бонуса, который валяется. И так, блин, мне, к сожалению, лень это тренировать все, поэтому может не получиться. Но я там сегодня так потестил, там надо по таймингу все сделать. И красиво так получается. Но, блин, конечно, за 29 минут пройти это вообще жесть. Два кристалла осталось. Ну, самый жопный. Да. Один в конце, но я вечно сейчас буду еще буду пытаться дойти до конца. Ладно, сейчас, надеюсь, уже найдешь. Скоро. Хорошо, что все-таки что не на харде, да, играем? Не эксперте, точнее. Ой-ой-ой-ой. Да, там бондох от каждого существа. Но там, по крайней мере, надо повнимательнее играть. Блин, идиот. А-ха-ха-ха-ха. Прыжок! Да. Ну да. Да. Чё там было, я пропустил? Он упал. Ну ничего, бывает, давай. Блин. Тащи. О, и сейчас мега смерть был просто. Ну я сейчас да. Блин, ну жизнь-ка же там. Черт. Нет белого. Ты раскачайся там нормально, этой фигне. Да, не торопись. Вот, видишь, все как четко. Ой, извиняюсь. Зато с третьего раза попал нормально. За одну жизнь. Да. А, вот они, мать твою. Вот один, второй там, да. Второй там разве? Тудудун, тудудун, тудудун. Да, тут. Тудудун, 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 там. По-моему, пока еще рано маску брать, да. Маску надо. Ух ты, бумерангом. Нифига себе. Ух ты, как они дохнут от него, нифига себе. А, они ж потом расстроятся, понятно, почему они так дохнут. Стрим у меня в презентацию превратился в PowerPoint. А у меня все нормально вроде. Я тоже. Обезьянки распались. Долбанный рандом. Все, одного звонил, второго. Ты-то с одним хп? Или ты я умер? Нет. Я не умер. А нет? А, блин, это не твои жизни были. Ах, Егор, Егор. Ту-ду-дун, ту-ду-дун, ту-ду-ду. Феликса кота вообще не будет. Мы решили, что он... Он слишком совсем, уныл. Совсем попса. Да. То есть, ну, просто вот представьте, что вы 40 или 50 минут своей жизни посмотрите, как я пройду кота Феликса без каких-либо трудностей с 30 жизнями в конце игры. То есть, я не знаю. Мы лучше кое-что на двоих вам приготовили. Пока что не будем спойлерить, что это будет сюрприз. Да, кое-что где... очень интересное. Где мы, скорее всего, зафейлимся. Может, зафейлимся. Посмотрим. Нам тут кое-кто создаст сервер. Наш очень хороший дружище. Вот. На котором можно будет играть на лане, и все будет нормально. Запилит там серебряный серфер. О, господи. Бандерлог.
Восхитителя Маугли. Контра Шаттред Солдер. А, Шаттред Солдер, который на PS2-то? Не, мне она не нравится. Ну, по крайней мере, я в нее не играл, но я посмотрел. Она какая-то в 3D, в таком отстойном 3D. Мне не понравилось, короче. Ну, как-нибудь может, пройдем. Амкола позовем. Амкол вроде не играл. Он мне говорил, что... А, нет, он видел, как мне играется. В этом уровне тоже будут пляски с бубном. Да, тут везде есть пляски с бубном. Чем дальше, тем хуже. Вы понимаете, что за игра? Да вот они уже начались. А? Слушайте, мимо всё так. Что за игра-то? Да, Contra Shattered Soldier на PlayStation 2. Ого, а как вы собираетесь играть на PlayStation 2? Разве есть эмулятор PlayStation 2? Не хочешь его проходить, ок. Эмулятор, наверное, есть, только он хреновый, наверное. По-моему, есть, только какой-то вообще недопиленный. Ну да, да-да, я это имею в виду. Ту-ду-дум, ту-ду-дум, ту-ду-дум. Ту-ду-дум, 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 ту-ду-дум. Ну, я могу сказать так, что Амкол, мой комп, эмулятор PlayStation 2 и стрим одновременно точно не потянут, поэтому я стримить Shattered Soldier точно не буду. Не знаю, может кто-то другой захочет, почему бы и нет. Луи. Та-да-дам. Да ладно, Феликса не пройти в детстве. Ну. Куда же, господи? Я даже не знаю. Ладно. Он же очень легкий. Я вообще считаю его практически самой легкой игрой, не знаю, в которую я играл лично. Я даже не знаю, игру легче. Чип и Дейл, и тут то сложнее, мне кажется. Да, помню, это проблема. Несколько вторая. Ту-ду-ду-ду-ру-ту-ру. Та-да-да-та-да-да-та-да-да-ту. Та-да-да-та-да-да-ту. И жар подпевает. О боже мой, избавь меня от этого. Мои уши сейчас закровоточат. Не надо. Ладно, я шучу. Как видишь, за 10 лет я навыки своей пения растерял. Ну, это еще нормально. Ну не, нормально, это так, шутка просто. У меня баритон не особо. Ах ты ж жопа, я жму смогу. Ба-ба-бам. Ба-ба-бам-бам. На краешке не встал. Да, вот сейчас, конечно, физика немного наебала. Прямо скажем. Могла бы и получше сработать. Нас спрашивают, как нам любимая игра Джо? Ну, Jungle Book, я понял. Естественно, круто, чё. Ой-ой-ой-ой. Так. Чё, Дэнди 2 кто-то говорил, что босс неубиваемый. Ну, может, какой-нибудь был хак на этом, ну, это же Дэнди. Пираты там что-то ступили, и картридж был какой-нибудь поротый, где был неубиваемый первый босс. Прыжок! Еще прыжок! Игра нормальная, только белых нет. Сейчас кто-то умрет. Это дверь, кстати, варп, да? Ты знаешь. А я последний раз, когда проходил, я долго тупил. И не мог допереть, что эта дверь это варп. Может, это и как и... И как идиот туда-сюда бегал по карте. Хм, а куда же мне надо идти? Хм. Ну-ка, здесь вверх, по-моему, надо, да. Это... Может, это реально не финальная версия перевода? Кстати. Ну, учитывая русский, что это приводил русский чувак, скорее всего, и финальный, скорее всего, не существует. Опа. Может быть. Так, а теперь вопрос, куда мне идти дальше? Та-да-дан, та-да-дан, та-да-дан. Хз-хз. Вот теперь ищи. Начни летать рандомно. Я так делал, я начинал рандомно летать по карте, и в конце концов, подыхая где-то, я замечал пару пикселей пропавшего изумруда, или кто он тут? Не, изумруд зеленый. Это какой-то, не знаю кто даже. Просто драгоценный камень, да и все. Сапфир.
у них на за рубежом просто называется гем. Все. То есть драгоценный камень, они все вот такие вот блестящие хрени называют гем. Ну, блин, я думаю, у каких-нибудь задротов есть свои названия. Может, это какой-нибудь изумруды, эмеральды, что вроде, да? Изумруд на английском. Ну, да, так, да. Это точно не... Не эмеральд. Не, сейчас сюда тебе не надо, ты что-то был уже. Я возвращаюсь наверх, да. Все поднять наверх. В смысле, недавно контру первый перевели. Я уже давно перевели, я на него проху сделал даже. На русскую версию там, ну и японскую, естественно. Грузер. Сто лет назад. Грузер. Контора. Контора Канин. Контора Тишер. Тебе вообще, Вань, наверное, налево надо. Или ты хочешь виноградиком похавать? Я хочу, да, виноградик там, возможно, он там завалялся. Что ты падаешь? Спроси, что полегче. А, перевели. Фу, блин, я слепой, немножко неправильно прочитал. Так а что там говорить, правда, я даже не знаю. Прыжок. Еще прыжок. И да. Задержка. Па-па-бам. Последний гем. Он, наверное, слева снизу. Хотя, может, и по центру. Ту-ду-ду. Джевелерия, по-моему, это и есть украшение. Джеверли, да. Фу, блин. Вот. Поэтому в плане... То есть они... Вот этим Джеверли называют не только, по-моему, эти камни драгоценные, да? Получается. Падай, ну, вниз, падай налево вниз. Бог с ним. Ну, сейчас, да, буду падать, да. Все так себе стиклось меня уронить. Ты просто бегаешь в начале уровня. Ну я тут явно. Ты явно тут уже собрал все, что было. Хотя. Есть только справа где-нибудь. О! Лиана, нифига себе. Не ген, а геммы. Ген это, блин, я не знаю. Единица наследственности. Ну да. Ты, кстати, по центру упал. Я знаю. Кстати, вот ты вот сколько не дохнешь, у тебя все время больше 10 жизней, как так? Откуда я знаю? Ну или 10. Где ты их находишь? На бонусах же по 2 жизни. Бонусы. А, да, точно. Бонусы же. Еще на уровнях периодически. На каждом, наверное. Потом будет Луи, да? После... Да. Со всех, ну, блин, здесь нету сраного кристалла. Где же эта сука? Вот. Нет, поэтому я и сказал, что... Какого хрена здесь настолько много кристаллов искать? Где же этот ебаный кристалл? Ну, знаешь, где-то посередине, ближе, ну, как к правому края. Да. Па-ба-бам. Да не, какой-то последний, нет. Тут еще, блин, несколько уровней. Это с Шарханом будет. Это еще 3. Ой. Да ведь? Да. Следующий не такой долгий, там не будет кристаллов. Только один в конце самого. Давайте, господи. Ну там будет подъем такой дурацкий, по-моему, да? Да не сы, там зато за следующие 2 уровня окупит полностью все кристаллы вложения. Шоу Кану? Закидают бедного полубога, или кто он там был, короче, бананами. Не, он не полубог, просто. You will die! Да. You pacific fool! You suck! You will die, mortal. Ему бананами въебло. Да, так скрыл, да, пш. Так, наш бананочки в лицо так разлетается. И новый чемпион смертельной битвы. Вот он, кристаллик. А я бы посмотрел на такой кроссовер. Маугли с бананами. Играл кто-нибудь этот в Marvel vs. Capcom 3, который новый-то?
Там же такие просто жесть, там есть этот чувак из Ghost Goblins, еще там всякие. Там иногда да, просто такой бред. И Мегамен жирный есть. Да. Да про что? То есть там вообще вот пипец, то же самое. Вот туда вот в этот Marvel с Capcom можно спокойно было Маугли добавить, а он бы мочил там по полной. Да про что? Там просто... Marvel с Capcom, не знаешь? Нет, какой вообще файтинг? Впервые слышу. Мне с файтингами говорю, с всякими битэмапами, файтингами, ох, как плохо. Файтингов у меня вообще никогда не было, а битэмапов у меня... Наверное, пожалуй, только аркадные черепашки были. А, ну если... А, да. Все остальное такое... Не особо подходит под битэмап. Не, там не битэмап, там именно файтинг. Ну, файтинг, да, я говорю, вообще не было. Задростки файтингов Капкома, блин, с таким графоном. Ну меня стебает там, что куча спецэффектов, то есть там неважно, там, чувак там с пистолетами, там, Крикс из Resident Evil, там, против какой-то тёлки, которая там с мечом, блин, там, файт, ага. Там, тут берёт, базуки, на, нахуй, а ей пофиг, она встаёт и начинает его лупить. Ну ладно, это хотя бы не так муторно, с поиском. Ой, так вот тебе надо достаточно аккуратно всё это. Да, давай, не будем тебя отвлекать, ну, постараемся, пока я. Ну, вы начали. Точнее, не вы начали, а я начал. Вот в детстве я не проходил этот уровень. Та-да-дун, та-да-дун, та-да-дун. Та-да-дун, 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 та-да-дун. Да. У тебя пятки скользкие, что ты падаешь. Тут как раз есть небольшая проблема с физикой, он несколько скользит. Поэтому тут проблематично может быть. К тому же, да, тут очень пока... большая проблема. Если просто нажать прыгнуть, то он прыгнет высоко. А если нажать вперед и прыгать, то он прыгнет вперед, но не высоко. Надо балансировать. Мне нужно балансировать между тем, чтобы нажимать вперед и прыгать, и между тем, чтобы просто прыгнуть. Вот как сейчас, например. Плохо сбалансировал. Что за говнище? Да не говнище, а сколько тут можно... Ну, конечно, можно надолго застрять. Ну это будет явно быстрее, чем там я... Ой, вот. Все искал! На Сеге этот уровень гораздо проще, там с физикой дела обстоят хорошо. Ну вот тут проблема физики как раз. И как мы видим, он тормозит после разгона. И ты очень хорошо падаешь из этого. Все, давай, сосредоточься, не отвлекайся. Все, аааа! Сейчас мы увидим это, наверное. А, нет, контрольная точка. Да блин! Вот этот уровень заставит ваш мужичок поработать хорошенько, чтобы сконтролировать все нажатия клавиш джойстика в правильном порядке. А не просто беги, прыгай. Run and gun. Ой! Как этот жанр можно назвать? Беги и прыгай. Run and jump. Сейчас вы, наверное, увидите или уже увидели, как я эпично. Да. Все увидели. Не, нормально, запрыгнул, прикольно. Молодец. О, наконец-то. Хотя бы чекпоинты есть, то радует. Один. Ну ладно. Хотя бы пост, один. А пост не очень надо в пустоту будет пару раз прыгать. Прыжок веры? Ха-ха. Да. Нет. Господи, кто мне там в ухо накричал? Роман. Я молчал, если что. Да что ли могут найти-то этих нет белых, блин. Просто когда эту надпись именно читаешь. Блять. Та-да-дан, та-да-дан, та-да-дан. Та-да-дан, та-да-дан, та-да-дан. Та-да-дан, та-да-дан, та-да-дан. Та-да-дан, 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 та-да-дан. Давайте еще 6 попыток. Так, ну тут вроде есть как и континью есть. Да, скорее всего, они бесконечные. Блять. Я не уверен. Это все это парный уровень. Поэтому. Па-ба-бам, па-ба-бум, па-ба-бум. Па-ба-бам, па-ба-бум, па-ба-бум-бум. Ты не ту музыку наигрываешь. Ты не так торопись, ты так. Па-ба-бум, па-ба-бум, па-ба-бам. Другую начал. Немножко, чуть-чуть. Другую. Так. Эх.
Парабам-бам-бам-бам-бам-бам. А континент, вроде всего две будет жизни. Нет, не две, тут дается, по-моему, 5 жизней. А-а-а. Да блин! Да что ж ты будешь делать? Дебильный прыжок там в момент. Вспомни Макаямуру с факелом. И пойми, что это просто халявная херня по сравнению. Господи, изыди, изыди, изыди! Макаямури там не такие руки. Вот, блин, мои 10 попыток превратились в 2. Блин, я не хочу так фейлом заканчивать. Все. Я поехал. Да, слава яйцам. Насчет матчей по турниру по Battletoads сразу скажу, что участники обычно мне говорят либо за полдня, либо за 5 минут до стрима, поэтому я даже сам не знаю. Так что не спрашивайте тоже. Как только они будут, сразу узнаете на стене. Прыжки веры. Сейчас были. Блин, да, я нажимаю кнопочку, у меня же мозг, кнопки перестал нажимать. Или телепатия там, не знаю. Нет, ты понимаешь, что тут, чтобы прыгать, я должен зажимать еще постоянно бег. Не просто прыжок, а еще бег постоянно. А, мой палец. Поэтому нужно нажимать, удерживая постоянно бег. Ну, вообще, как обычно. Ну, да что, блядь. Один как писал. Ура! Мочи эту сраную... А вот иди, чекпоинт за... Это же не малкак, это же орангутанг какой-то. А вот фиг. Уи! Бабуин. Мочи бабуина. Его нельзя бить. Уи! Прям так сразу. Луи. Уи. Уи. Нельзя. Вот теперь можно. Ты король, уи. Сейчас еще лопату скинет тебе. Вот он скинул лопату. Можно подождать по бабуину. Тут можно спокойно подождать, пока скинет еще жизней, поэтому я подожду хотя бы одну жизнь. Да, до жизни кидает, серьезно. Да. Руки вместо скакалки. Шикарно. Как у него там руки-то не ломаются? Ну, в суставах там плечевых. Хотя есть такие люди, но правда все равно они так как скакалки могут. Че все такие зеленые? Не знаю. Че даже сказать. О! Это Дэнди, потому что. Охуеть, скинул жизнь. Ого, да. О, да. Ничего себе. О, Жиська, замечательно. Один же скинул. Вы зацените его рожу. Один же. Потом у метроль. Такая прихуевшая рожа. Какого хрена у меня залагало в этот момент? Бам-б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 ам. Спирайте, блин. А, да, точно, наверное, белых нету, потому что нет, типа, врачей в белых халатах и все такое, поэтому все зеленые и все болеют. Нет белых, зато красный есть. Там, давай, Ревер 9, Шпреньки, или как там? Шпирайте. Шпирайте, да. Даже прочитал, блин. Непонятно слово. Не, наверное, реально просто перевод не, ничего не финальный, поэтому... Да даже если не финальный перевод, каким нужно быть дегенератом, чтобы не перевести Get Ready и Level? Ну, он, наверное, нет, знает, что... Все равно такое бывает, что... ну, как это даже объяснить, я не знаю, как бы... То есть, слышишь Get Ready, а в голове как будто нет белых. Такое. Вот есть, ты что сейчас сказал, а, вообще? Ты хоть сам понял, а, что ты сказал, а? Ну я не могу это объяснить просто. Конец уже близок, да, а? In the end, record be only one. Ночь опустилась на джунгли и т.д. Хотя бы это перевели нормальных. Все понимают, да, что в конце останется только один. Упс. Кристалл. Ты его будешь жалко искать.
Опа. Или одна жизнь. Ноги скользкие, поэтому. Ну, ты, ну смотрите, я, вот я разгоняюсь и отпускаю. Ну, это да, скольжение, когда тормозит, и это такое скользит. В некоторых играх вот есть. Это... Тоже Марио, по-моему, такое есть, но там, правда, она очень минимальная, потом почти не чувствуется. Да. Еще где-то есть. В Мегамэне, по-моему, тоже есть минимальная буквально, если не ошибаюсь. Да, ну он же босиком тут бежит-то. А, с Рейденом, когда он говорит «Аля Баба Лето», «Рыба ест людей», раньше все слышали. А чё Рейден орёт, когда летит? «Да, рыба ест людей, и ей их совсем не жаль». Блин. Мы угорали вообще. Как там Баба Ле... Не, он просто орёт, аля Баба Ле, что-то такое. Ну там какие-то непонятные звуки. Нифига тебе, дикобраз какой жирный. Сколько отнял с одного удара. Ну, да. Она была, наверное, всё-таки на лёгком. Тащи свинья. Бам-бам-бам. Ну какой-то Мазон играет. Мой любимый. А, нет. Тут какой-то адский музон. В общем, атмосферная я такая его... ночная музыка. Я его не смогу воспроизвести. Мама Водолей. А, я его даже послушать не мог, когда даже когда включил звук на стриме, все равно какая-то фигня была. И махо, и масло. Мама Водолей. Мама Водолей. О, ты опять самый низ, блин. Вот это прикол. А, я просто не мог. Я не буду это озвучивать, но это просто. Вы про что? Ну, когда Скорпион орёт, типа, гидовый хер. Жару слышал, что херовый хер, блин. Вы вообще про что? Про Mortal Kombat? Ты чё, Mortal Kombat не играл? Нет, я никогда не играл Mortal Kombat. Я же говорил, что у меня ни одного файтинга не было. Что? А что, Mortal Kombat не файтинг, что ли? Ну да, но я думал всё-таки, что может просто поиграл на эмулятор. Нет. Херовый хер. Да. У меня очень плохо... У меня лично просто мужичок на файтинге не работает. И вообще не допираю, какие там кнопки нажимать. У меня просто даже самый легкий компьютер убивает. Представьте, как русские разработчики это озвучивали бы. Ну, они бы так и озвучили, иди сюда, и все. Есть же там переводы, по-моему. Ну как, смотрел... Девятого должен быть. Нет, девятого нет вообще перевода, потому что он на Xbox. Там только озвучка. Это самое, фильм же смотрели все, там был же Скорпион, он же орет, иди сюда. Ну да. И все. Озвучил, по-моему, Эд Бун, да? Да-да-да, Скорпион озвучил Эдбун. Вообще, ник Noob Saibot, короче, это... То есть, наоборот... Да, поменяли местами. Это, нет, не букву поменяли местами, а просто Бун, это первый создатель Mortal Kombat, и Тобайас, по-моему, да. Так. То есть, их фамилии наоборот. Тобиас, да. Ну да, задом наперед фамилию поставили, получилось. Тут не только они озвучивали, они еще и своего персонажа создали в честь себя, так скажем. Ах, дрянь. Ладно, давайте перейдем о Mortal Kombat. Это, на самом деле, я про него вообще могу вечно говорить. Я такой задрот вообще. А я могу вечно молчать. Сюжета. Нет, ты не должен молчать. Ты красиво сейчас. Я по поводу Mortal Kombat могу вечно молчать. Потому что... Джекс говорил кетчуп. Не, ну Бун я точно не думаю, что он нуб. Хоть, конечно, и его персонаж нуб. Ну, ими легко играется, особенно в сеговской версии. Можно и в других даже сказать. Ну, он читерский, но он не нуб. не нубский такой. Да, одними кнопками, ц-ц-ц-ц, и все. Хотя нет, что я сказал? Естественно, он нубский. Обычно все нубы и берут первым делом. Все, короче, не надо Mortal Kombat. Ведемся к книге джунглей. Там, где нет белых. Ревер 9. Да, сейчас у нас Ревер 9. Кристаллов осталось. Опять ты эту музыку наигрываешь. Да блин, я только её... Нет, я ещё какую-то помню. Сергей без остановки все делает. Надо допивать музыку, которая была в заставке. Блин, просто музыка вот этого вообще хер напоёшь даже. Почему? Там. Слушай, не напивай. Ч,
сейчас надо, сейчас заново, тогда можно. Пум-пум. По-моему, она вообще там ты-ду, и все. Куда я упал? Блин, у меня сейчас вдвойне уши закровоточат. Я включил одновременно стрим, блин, и тебя еще в скайпе слышал. Тогда... Давайте не будем мучить людей. Что? Я настолько плохо думаю, что напеваю. Не то, что пою, напеваю просто. Да блин, эту херню просто сложновато напеть. Там какие-то... Мель хочет еще это сделать. Не знаю, там, своего ребенка так напоешь, что ребенок там просто так из ушей, короче. Ну я шучу, конечно. Ладно. Утрирую, так сказать. Сейчас, если Иван опять упадет вниз на то же самое место, это будет забавно. Тогда можно будет напеть еще раз. Можно, конечно, Индиана Джонс поставить музыку. Или похорошо. Надо напеть так. Муа-фуа-фуа-фуа. Я не знаю. Ну ладно, можно напевать и музыку из самого начала. Нет, там это ту-ду-ту, ту-ту-ту-ту-ду. Ту-ту-ту-ту-ту-ду-ту-ду. Сегодня музыкальный стрим какой-то. Может, кто-то даже слова помнит, а? Подпевайте. Ага. Джар сейчас пляс пустится. Из мультика разве что. А, да. А чё? Давайте вспоминайте. Не, я мультик-то толком не помню. Чё-то там... А, даже не хочу пытаться напевать, поэтому... Во, все. Короче, уже у одного чувака пошла кровь, все. А чё, написал, что ли? Фарфасты. Тихо, сейчас я еще слова загуглю. Давай. Там что-то... Я не помню, ладно. Болит, дегенерат. Где у меня жвачка? Блин, там что? Какие слова, это же животные. Там столько техник джунглей. Давайте сейчас поем, а? По словам, кто-то будет напевать, а кто-то будет петь. Это будет эпик. Может, не надо? Пожалуйста. Сохраните мои уши. Да. Мне еще не нужны. Итак, мы уже... А где мы? А, ну вот мы уже... Майнкрафтишь. К 10-му, да, я в Майнкрафте, я сейчас уже подхожу к 10-му уровню уже, наконец-то, к последнему с 3 жизнями, а не с 13-ти. Да. Главное теперь здесь не засрать, я много сложнее все это. Сохранится. Свети огонь, молнии... Короче, ад и Израиль. Да, и они сейчас первый раз убивают вроде, да? Молнии. Не, там они очень просто дохрена снимают, чуть ли там не половину жизни сразу. Да, это она сразу выпиливается из их спрейтов, точно. Поэтому... А нет, огонь вообще, по-моему, сразу чуть-чуть тебе кирдык устраивает. Огонь, да. Да все, не будет мелодии. Я за одну минуту я смог загуглить только английскую мелодию. И она начиналась примерно того же, как мы пели. Поэтому... Да страшно будет представить, если даже если мы ее таки начнем перепевать. Если она и так звучала. Так. В очередной раз залили поколение денег, меняет реальность. Удалить. И забанить навечно. И забанить навечно. Не, ладно, пускай живет еще. Да я шучу. Так. О, 50 человек. Ура! Мы взяли гет. Хотя не, у нас уже было, да, вроде 50. Ну, да. На обычном одиночном стриме. Когда Castlevania была. Да. Угу. Все, теперь гет 50 ночь. Ну-ка, тут такой Амазон. О! Мой любимый Амазон. Ха-ха.
Экспромт под мелодию. Да не только уши будут кровоточить, там еще и мозг взорвется. Рэпчик, что ли? Рэпчик про Маугли. Рэпчик под 8-битный Остен. Книги джунглей. Кстати, недавно видел клип по Батлтоцу, рэп про Батлтоц был, прикиньте. Ну правда, хорошо, что он был не на русском, я бы сдох просто. Рэпчик под Батлтоц? Да, серьезно. Есть же Adventures of Dwayne and Brando. Не забавно. Это что такое? Под 8-битные эти самые, что ли? Да. Круто. У них забавный. На русский бы кто-нибудь перевел еще, хотя бы просто субтитры, ничего не там поют. Я-то не могу так на слух переводить. Ах ты ж дрянь, твою ж мать, дважды. По башке постучи ты себе. Нас спрашивают, как мы относимся к недавнему стриму Киномания против с антигруппой, когда стримил Дима Таудалов. Я могу выразить просто вот за всех просто высыпать. Всем пофиг. Серьезно. Да, я пытался это посмотреть. А вы про что вообще? Первые 15 минут Дима Таудалов настраивал звук в стриме. А вторые 15 минут они извинялись перед ним. Я просто вообще там так ржал. Да, хейтер киномании. Есть же тоже какие-то школы лод 96-7 года рождения, которых забанили в киномании за то, что они там хер писали. И вот они создали группу. АВГН против киномании. Назвали ее АВГН против киномании, которым стали обвинять всех, кто не является кулхардом и киноманом, в том, что вот они такие говнюки, не дают им свободы выражаться в киномании. Да, что ж ты будешь делать, а? Ссылку на стрим, это нужно к Диме Удалову на стрим зайти и там взять. twitch.tv/fcst1. Да. Ну там жалкое зрелище, сразу предупреждаю. Я вообще не понимаю, зачем на самом деле Удалов согласился, может они настолько его заканали, что он решил... Ему нечего делать было. Да, или просто делать нечего. Пабабам. Ох, хрусталик. Хрусталик. Что там еще спрашивали? Надо посчитать. Ух ты, 4 хрусталика осталось. А, господи. Ух ты, не слаще. Ай, блин. Life Force. Тун, да-да-да-да. А Life Force вообще можно проходить под Covering Life Force? В смысле? Их там столько. А, типа что, на каждый уровень по каверу? Да. Там есть, короче, синтезаторный вообще полностью рост скаверенный. Ну это нормально, но... А есть такие классные ковры. Кстати, ковры, это самое... А на Shadow of the Ninja есть какие-нибудь ковры крутые? Есть вообще божественный кавер Ансгарреса. Вот, ты мне обязан будешь его скинуть просто. Да, зачем скинь всем нам? Да. Давай скину тебе, а ты часов поставишь после Маугли. Чтобы кто не слышал. Так. Он в ВКонтакте есть. Ну, хотя бы название надо тогда. Ансгаррес Fall of Джигурда. Это самое. Fall of Garuda. Лучше напиши в чате, потому что ты сам понимаешь. Ну, да. Ах ты ж, сука, не ищется. А, я лишнюю букву набрал. Бам-бам. Пап-бам. Бам-бам-бам-бам-бам. Ах ты ж, сука.
Главные хрусталики ищут игра. Да. Меня спрашивают, что за недоклады, что за пиар. Ой. Ну, зайди просто к Диме Удлову на канал и там посмотри, там. Так. Стрим там вроде за чашкой чая. Эй, так вы там. Называется. А. Мои соседи. По конференции. Я уже как-то босса бью. Да, а, все, извините, извините, все. Последнего, извините. Вот мы уже. Бьем Шархана. Шаукана. Шаукана, давай. Да. Маугли, ты сосешь. Типа перевод. Ты очень глупый. Не, как Pacific Full, ты как переводится. Вот почему-то, смотрите, для для Шерхана ведь они нарисовали буковки ZZZ, а для Балу плавающего не нарисовали, так что, как, о чем вообще спор, там Балу дохлый был. Ах ты ж мать! А, чу, изи. Был бы человек потерян, он бы тут так пародировал. You will die. Mortal. Вот что говорит. Ты сдохнешь, смертный. Блин, стрим, не лагай. Где мой бубен? Пишет, что спасибо нам. То киноман не разгоняется петь. Киноман это лучше получилось, кстати. Учитывая, что у него нормальный слух. И он там на гитаре играет. В смысле петь вообще или про или именно Jungle Book? Ай, да, твою же мать. Да все подряд. Да что ты умираешь? Вот Мельшторм пишет, попробовать пройти Jungle Book на SNES. Да блин, по-моему, кстати, на NES-овской версии на харде тоже не самая простая. А тут фишка не в том, на SNES, по-моему, вообще другая она. То есть она не похожа на эту. Ну как сказать, то есть две разные игры, можно сказать, по-моему. Ладно, Ваня, соберись уже, у тебя еще маска ж есть. Да-да, давай, там тут у вас причем... тоже завалить, не... чуть-чуть. Тут причем не букву Z, а букву S. Да, кстати, просто какие-то непонятные... Вообще какие-то кракозябры. Маску врубай. Ба-ба-бум, ба-ба-бум, ба-ба-бум. Он для хардкор. А, сейчас же другая. Та-да-да. А-е. Пам па ба ба бум пум па ба ба бум Серега всех заразил, блин, напиванием. Ну ладно, все, короче, можно сказать, игра пройдена. Дальше лайф. Нет, не пройдена, пока титры. Ну я имею в виду, осталось только по Майнкрафту чуть-чуть и все. Ага, вот и Багира, и Балу. В кустах. Что? Чё они там делают? Подглядывают, как будто будут... Он гремит, земля трясётся, что там делают, да? Человеческий вот. Телепорт мой рассказ, там Балу малину тряс. Маленькая девочка Лоли пела песню о деревне своих родителях. Господи, какая у него рожа. Маугли очарован прекрасной песней девочки и следует за ней в ее деревню. Опа-опа. Опа-опа-опа. Опа-опа-опа-паропа. Маугли понимает, что ему что-нибудь перепадет. Ха-ха, да-да. У кого-то будет. Так, ладно, пока вы будете проходить Life Force, я погуляю с собакой, потом приду. Ну, давай. Так. Ну, как бы все. Так. Ой. А у нас было... Всё. И вот на русский Владимир Дуплякин. Дуплякин, господи, дупло. Реально... Дятел. Что? Ну ладно, спасибо ему хоть за такой перевод, поржали нормально. Да, уж, простите, хотя поржали. Так, ну что ж тогда, ладно. Сейчас небольшой перерывчик, минут 5-10 максимум. Вот, и будет Life Force. Все, не расходитесь. Врубай. Да блин, почему у меня не работают быстрые кнопки, а?
А они вообще, по-моему, никогда не работают. Да, или я забыл выставить. Ну ладно. Хрен знает, что у нас сделаешь, поработали. Перерыв!